Putain, il nous a tout ce qu'il nous donne, monsieur Ghost. Бонусный приз, да, такой возле входа микстур. Игнорирует меня, да? Ну и пошел ты. Писает. Вальтер Баффет, кулаки. Сами распределяйтесь, там не будем ничего давать. Как мистик. Возложение дайте по воде, что сдохнет там паладин, хилов нет рядом. Я бусы и маленьких. Шкаф.
ульти, да, и пати. Just full. Карочка, дай ути БР. Чулан, дай его это вазелиную БР. Геру, давайте для РТД. Каску, пожалуйста, можно? Что-то там круче, бибос, быстрее спустится, быстрее. Дыхание, осторожно, середину уйдите. По реке дыхание. На пул дайте вайда, пожалуйста. Тотем там от фира поставьте.
Слышишь, Турбо, я тебя хоть тут могу по ДПСу обогнать. Что, что? Он шутит. Портал два ран ставлю. Фига какая секира. Ис, ты идешь? Да кто-то не жал на секиру. Сам небось не жал. Жулик. А у тебя ИС написано или ЛС? Че это такое? ЛС, ЛС. Ну это вообще буква И. Читай как ЛС. Low skill ЛС. Лига силы. Лучший саппорт. Лена, сука. Лена Сорокина. Кто уступает? Давай, я ей уступлю. Викторка. Без меня закройте, я с пугами могу закрыть. Я Турбо перегнал, все, теперь я спокойно. На покой пошел, да? Да, пойду зальюсь. Теперь я слишком стар. Теперь месяц запоя. Там, если вдруг кто-то отвалится, может, я тебя обратно возьму потом. Да, да, окей. Я на роге пока подышу. Я пока кипну твоего ДК. Угу. Локинс есть уже. Потом не забудьте девочки закрыть. Понял, сяду. Винстон Локинс. Thank you.
рыбу поставил. Там Ути опаздывает, его что-то нету. Ну, что поделать? Вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, молодец. Самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий Биви. Твой герой. Да. Нет, папа, не будет. Там кто? Кто интересуется? Ю интересуется, конечно. Я вот частицу хочу кинуть. Ну, там две метки есть. Мне макрос начала она. Другой. РДД шире полукругом разойдитесь, пожалуйста. Там сзади дерево стоит замерзшее. Холодно, холодно, ёлочки. Сальву по турбу дайте шансу.
Блять. Что за тупые дураки там прыгают, я не понимаю. Ты что, невменяемые что ли? Непонятно, что надо в сторону отбегать от этого большого белого моба. Вы там вертитесь и прыгаете. В ВВК попадетесь такие, по 200 ВК будете получать. Я получал. Правильно, что ли? Такой рад. Похвастался. Войд заберешь сразу? От боевишки отказываться, да? Угу. Блин, ребят, сразу говорить. Тебе всю сумку забирать, не парься. Танка спекаться или не надо? Кто? Путь. Не, не надо. Ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Джованни, помогай стаки дисполис босс. Еще там кто есть? Шамана, присты. Да я по дисполю, братан. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом! Мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Шарацус! Эредарский повелитель Пылающего Легиона! Thank you.
Выходи, отводи. Ой, отводи, тут лоз у нас. Баба прикол на пикинс. Видимо, даун. И должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион. Тотему уберите. Сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что... Ай, не вишни ведь. Финка есть ШП, вот Ждан есть ДЖ. Сколько это? 6 хилов получается. Ну зато не сдохнет. Давай, тут Элем есть, я могу на Элем. Шарп в танках. Випка, треугольник, шарпи, ромбик, я квадрат. Первого звезду. Второго ханта, как обычно. Череп контролит, чулан, турбо. И шредер. Квест контролит Дайгрин, Зюлька, кто-то еще там, а, Морфис, садишься на квест, убиваешься квест, бьешь там. Так, только один ДК. Так что имейте в виду, будьте осторожны. Следующего кран. Кружок. Это лучшие представители Орды. Ну,
Следующий. Квест. Давайте креста. На нем просто метки нету. Бейте звездочку. У тебя иди бей другие метки. Слышно тебя, ребят? Добрый вечер. Чемпионов. Ну то есть понятно, места нет, да? Сегодняшних
потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Что сейчас будет, битва титанов, чулан против турбо? Нет. Ладно, всем пока. Белую все взяли. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Если никому не надо, могу взять на ретрика. Ты говорил на успеха себя, милики не говорят. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем... Походу уже отдал, да? Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будь.
будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили... Так ты, может быть, будешь ролл кидать? Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Пусть как руки здесь. Хан, сфера сбей парочку. Айс, паладин, Лися. Ты играл просто бы кинул, и все, пасов не было. Жука вот забери одного. Веду к тебе. Я объяснил тебе. Привет, народ. Здорово. Виктик 2 уже собран. Угу. Мест нет пока. Блять, опять опоздал. Ладно. Таун. Давайте Геру. Сначала переводим босса, потом бьем жуков.
пидорас. Сразу по аккаунту видно, кто оверхил. Делает им себе макрос на ролл. Я сделал кольцо у тебя и этот плащ, ты будешь кидать тоже на ролл. Какой? Открой свою. Но мощь не руба, плащ, сила. Плащ мякоти. О, админ на форуме сказал, что в будущем, возможно, сделает Т5 это, за ОД, так что не сливайтесь в хлам. Т5 за ОД не будет, будут за жетоны. За какие жетоны?
запределье, которое... Нет, админ сказал то, что за жетоны 100% не будет, а возможно за ОД. Понятно. Ну там наверняка будут такие цифры в стиле там 1200 ОД за одну шмотку, там что-то такое. Это как 200 эмблем за одну шмотку, это 4, да? Я ей просто наобум сказал. Но это наверняка будет не в этом, и не в следующем, и не в следующем месяце. Может быть, ближе к Новому году. Я думаю, может быть, месяц, год. Год. Ну, не 200к, да, наверное, я перегнул. Ну, может быть, за полтинник что-нибудь так. Сказали же 35к на X10. Ну, вот, 35, значит. Понимаешь, когда его сделают, будет уже Т6 или Т11. Он же нахуй не нужен будет Т5. Когда сделают D, ты типа говоришь Т6. Это будет год через полтора. Ну так и будет. А ты на что рассчитывал? Ты сейчас за вот ДТ-5 сделаю? Ну, может быть, к Новому году, месяца через 3. Вряд ли. Такого халяву вам не буду делать. Говорили же, был этот, как у вас, с админом базар, вокзал на это, на Твиче. Он говорил, что будет перед Новым годом. Или как фейм, или как он там. Как каждое одного 4 месяца. Новых контентов, там ГХ будет. Гильдом который. РЛ. Чё? Можно я себя как танка попробую в этом инстинкте на груле? Кто это? Путя. На груле? Да. Ну давай попробуй. Thank you.
Делал кто такой квест? Там мне 8 лямов много. Там цепочка, кстати, Шреда работает, нет, там наручи это купить можно. Или нету этого фигни уже 277-го. Нету, да? Заказ кто отвечает? Я за качество отвечаю. Там краску накинь. Дурочки, что ли? Я думал, ты промолчишь.
вокруг пушки сам. Ханта, кто-то обидел, что ли? Нет, меньше надо. Да не будет такой фигни. Кто ролился тогда? Посмотри. Хан. Жаба. Сходите за ворота. Так чё, ребят, может вы в кота, а я ботан? Тут босс не таунтится. Скажи, когда копии пропадут про босс? Пропали. На пулы на войну давайте. Услышал, да? Пропали копии, разводите. Услышал, сейчас я сам иду сначала. Нитка, постой, автоатакой побей, я догоню, и гоните. Пуливайте на воида. Куда игре усадила? Моя когда? Чё, я ММЛО в углу выкидать сальву? Сальву, дланец, посеки. Волтер, по чулану. Тоже, тоже КД. Как отканется по чулану. Полипал по чулану. Под турбой. Под турбой супомагу, да? Ну, по чулану потом. Кого отканется. Оман. Я не вижу, у меня есть чё, бро. Ну там говорить стоп. Через 10 секунд
дать могу, кому? Скажи, кому дать? Чулану. Я дал чулану. Турбо давай. Второй мужик. Он что, в конце на кого-то побежал? Что, он раньше просто изменил, ну, к танку и все. Хрен их знает. Финка, ты хил? Да. Да, он и на мишку, и на кота идет. Всего тебе хорошего. Дай он. А чё, глаз не идет на, ну типа на холика, представь. Мне кажется, нормальная триня. Ну коленка не те глаз, чё там за триня. Ну там только что типа ты отдал магу, там 150 СПД дает и 650 хоста при использовании. Сомневаюсь, что на хули постоянно идет. Так типа... Ну хрен, наверное, вроде обычно и собирают приста, типа на СПД, и чтобы прок хосты был, не знаю, что. Да вряд ли. У меня вон дроли такой глаз есть. Ну вот смотри, ты хули пристом много играл? Ну. Сколько ты играл хули пристом?
Ну, блин, до этого я сколько? Я 8 лет не играл. Ну, играл на этом, на Вове, на Престе, я играл на Циркле, на Увове. На Циркле 8 лет назад ты играл? Ну, да, где-то так. Нет, этот глаз на хули пристане идет. Ну, его можно отдать на хули приста, и ты его просто поносишь. По крайней мере, в таком шмоте. И если, вот, допустим, у тебя будет 264-й фулл шмот, там с маной проблем не будет. Можно где-то нажимать эту прожимку. Но мне кажется, ни один хулиприст нормально не будет уносить этот глаз. Ну, я как бы, в принципе, нормальных особо и не видел. У нас, типа, там как-то все тоже полуодеты. На ДДшника зайдет лучше этот тренер. Хулипресту лучше утешение. И чешку. Ну ладно. Я, в принципе, утешение у меня есть. Вот чешку выбей и все. 45 секунд у этой что-то трени КД, причем она прокает вообще от всякой хуйни, даже от жизни от воды. По-моему, даже она от бафа прокает, там, от всего вообще. Не, да. Но она вообще сама по себе так себе, на все классы. Не, ну типа, у меня есть вот эта стандартная, которая за ОД на хаст, на прок, осколок хрустального сердца. Но это так поярче как-то выглядит. Да не, я не знаю, на хули просто зачем прок на хосту. Что ты там собираешься с хостой сидеть? У нас микстурка, если что, еще там есть в запасе. В смысле, на холике как бы все скиллы кастуются, там один скилл только хилам, хост нужен. Это, хилам нужна стабильная хоста, а не проки. Эта триня, она вообще для всех не очень, разве что для флилока нормально. И все. Микстурка тут. Там пошукайте в чате. Отойдите один к шкафу сейчас. Два тела на кубы еще. Какой нимб. Это кружок, означает, что ты на кубе стоишь. Когда куб жмешь, босса надо в таргете держать. Угу.
выходить из Алины. Жать сразу же, моментально, в этот быстрый каст. Череп пуля. Сейчас чуть-чуть след кидем. Так, в итоге вообще нигде не давали. Думаю, не будешь давать вообще, что ли? Сейчас второе откидывание закончится, будет губы.
Готовьтесь, скоро будут кубы. Подходите к кубам. Выживайте. Турбо сольёт. Все паладины сольёт. Хорош, спустившись куда-то вниз, Омана. Ах, я сейчас. Покидайте ролл те, у кого этой сумки нету. Мне-то она зачем, Войт? 87 серебра, нихуя себе. А кто нас троллил? Ты этому Красноборск. Тем Красноборск. Хорошо. Как она тебе кинулась, не понимаю. Категории поможет кто? Волдриса этого убить. Бог ко дну забрал уже, да. Никому не надо больше, да? Значит, забираем вторую. Так, сейчас я дам ВК. Вой. Чего? Категории поможешь? Волбрис убить третьей категории будет. Ты, я спать, наверное, пойду. Там можно. Вот. Загореть.